think the girls with their nails done now. Всем привет, ребят! Ну что, у нас сегодня обзорчик обновления на Тайване. Посмотрим, что у нас интересное есть. Какой же все-таки герой и какие интересные локации нам добавили. В общем, поехали. Начнем с самого первого. Начнем с героя. Так, посмотрим, донатный, недонатный. Вот он есть. Вот тыковка у нас. Жмакаем. Герой можно получить, насколько я понял, собрать с официальных событий и получить бездонатным образом. Ну, то есть за найм получается, с простых этих, потому что, хотя очень странно, как-то непонятно, знаете, то есть показывается, что он и за роллинг, как обычный герой, но и показывается, что он из официальных событий. Странно. Так, смотрим, что у них на рынке есть. Ничего, ничего. Наборчик за один самик. Неплохо. О, сразу же набор с новым этим. Сейчас попробуем словить. Посмотреть на питомца. Такс. С героем понятно. Давайте разберемся с его статами. Что он может, что он не может. Так, атаки у него больше, чем у божества. В принципе, средний танк, скорость атаки 1200, скорость бега 300. Ну, в принципе, неплохо. Давайте разберемся теперь его с его скиллом. Скиллы все-таки, как видите, 15-е ввели. Только единственное, непонятно. У меня тут никого с таких героев нет. Сколько надо будет на 15-й скилл? Вот это вот вопрос. Один из таких самых важных вопросов. Сколько надо будет все-таки на 15-й скилл? Так, забрали плюшечки. Ну, не знаю, посмотрим. Такс. Такс. Что я хотел? То я только проснулся, сразу же вам пилю видосик по поводу обновы. Донат без донат, то есть средние статы. Теперь давайте разбираться. Скорее всего, 5 целей, 750, 100% понижение, насколько там было в описании энергии. 3,8. Сейчас я зайду, посмотрю его умение. Так, наносит урон случайному вражескому герою. То есть в данном случае на максимальном 15-м скилле у нас будет 5 героев, 750 урона. Снижает энергию на 100, удерживает его в течение 4 секунд. Не может получить исцеление, набор энергии во время атаки. Эффект действует только при атаке. В то же время рассеивает все иммунитеты. Героя увеличивает крит удар на 60. Блин, ну интересный герой. Каждый наносит окружающим, когда здоровье меньше 70%. Имеет быстрое восстановление. Максимальный урон равен 9000. То есть имеет ограничение. Ну, новый крутой герой. Интересно будет на него посмотреть. Так, супер питомец. Следующий пунктик. Где-то. Так, супер пэт. Попробуем его словить. И словили мутанта и такого. Так, супер. Супер пэт. Супер пэт.
Так, это мутант у нас. Что он делает самое интересное? Поехали, почитаем. Когда герой атакует, наносит 780% дамага. Скорость уклонения уменьшает на 7%, 5 целей, судя по всему, либо кулдаун, и уклонение на 18% режет. Ну, блин, дофига. Вот реально дофига. Тоже интересный пэт. Поехали дальше. Смотрим чарку. Так, снова чара. Вот это тоже интересное. Во время боя наносит урон от атаки летающему герою и блокирует его в течение 2,2 секунды одному 200% дамага. Ну, в принципе, дофига силу атаки на 28 и скорость атаки на 28. Кулдаун 3 секунды, 4,5. Блин, интересная чарка, надо будет на нее посмотреть. Такс, хорошо. Супер Пэта показал обезьянку. 15-е скиллы. Ну, я это вам уже показывал. Возможно, потом еще попозже запишу видос, пройдусь по скиллам. Всем какая разница. Такс. Новый облик. Это, скорее всего, облик на этого героя. У кого есть герой, пишите. Да, вот на него. Блин, ну прикольно облик смотрится. Чем-то напоминает разруху. Так, хорошо. Командные подземки. Поехали посмотрим. Командные подземки. Третья добавлена. Смотрим награды. Дуэлянт 5. То есть не поменялось, по сути, но по 5 осколков дают. Возможности и камешки. А на втором, что у нас было? Тут по 2 камешка. Ну, немножко усилили. 3 осколка. На третьем получается. По 5 осколков. 120 камней. В принципе, неплохо. 90. Короче, на третью часть усилили. Где-то плюс-минус. Поехали посмотрим еще на... Так, на втором у нас двадцать три камешка. Возможность словить, в принципе, нормально. Я не помню, или на сейчас глянем на русском сервере, или тут камни были. 4 камня на десятку. Идем на английский сервак глянем. Так, награды фонтан, колесо дружбы, функция в чатах, характеристики в тотемах. Сейчас посмотрим еще это. Ну, так, в принципе, более-менее относительно. Обновление интересное. Такс. Правда, не пофиксили нифига. А, да, здесь были плюшки, камешки, возможность словить. Такс. Поехали обратно на Тайвань. Смотрим тотемы, тотемы, тотемы. 8-й левел. Какие характеристики они улучшили, непонятно. Вот это вот непонятно. Колесо дружбы 6 осколков. 5 раз за рекламу можно делать. Это я не понял.
Ну, по 15, не, ну тут, конечно, усиление хорошее. Ну, есть возможность словить когда-то фраю отсюда, собрать. Так, 100 тем имени, понятно. Так, что у нас здесь по акциям? Что-то новое есть. Сейчас посмотрим. Остров у нас уже запущен, в острове ничего нету. Понятно все. Так, ну вроде все такое я вам показал. Характеристики героя в тотемах, может, улучшены именно статы. Больше дает. Не знаю, честно скажу. Но пока ничего такого нету. 8-8. Так. Ну, вроде все. Вот и вся обнова. Никаких багов не пофиксили, ничего не сделали. В общем, вот так вот. Пишите комменты, ставьте лайки, ждите видосиков. Всем удачи, всем пока.